год советские сборные сумели во второй раз в истории, впервые это случилось в Мехико, в 68-м, сделать победный дубль. Более подобные на малой спортивной арене Лужников встречались сборные Советского Союза и Болгарии. К огромному сожалению, в архивах кинофотодокументов мы начинали этот финальный поединок стартовых составов. Назовем их на всякий случай полностью, а потом уже присмотримся. Да, и после счета 7-10, опять же, мы видели с вами, что советские футболисты набрали 3 очка подряд, сократили отставание. Еще раз напомним, что игра, естественно, идет по старым правилам, принятым на тот. Правила последующих в 97-98 годах находятся на площадке. Замену мы с вами видели, но и все-таки вот на тот момент, когда мы с вами вошли в игру, на площадке в составе сборной Советского Лора, лидер Лора. Чтобы укрепить прием. Да. В те годы не было такого понятия, как либеро, и поэтому... Очень интересно. Да, Владимир Кондров как раз игрок защитного плана с нападением. Тот человек, который мог в нужный момент завести команду, то есть когда какой-то, как говорил, образуется стояк на площадке, всегда выпускали Кондров для того, чтобы поднять настроение. Человек такой мобильный, эмоциональный, и глядя на него, команда заряжалась. Играла еще лучше. Но как первые сетболы 14-12, есть у них запас 2 очка. И вот останавливает атаку Александра Савиновича. Ракет на 4-й зон. Болгарский блокирующий вышел на подачу. Не так много, обратите внимание, уважаемые дети волейбола, задействуют компенсационные 190, причем далеко, 96-98 сантиметров, рост не только следующий, пониже 178, поэтому если природно там электрические числа, то есть протоны, потери Валерия Гнилова, это состава второй связки. Блюза, как первый темп, очень удачно. 12-й номер сборной. Ну и еще посмотрите, удачно выполняет подачу вышедший только что на замену Владимир Чернышов. Очень много боковых, да, подач мы видим. Ситуацию, отыгравшись двух сетболов в третьей партии. Теперь у нашей команды великолепные шансы на то, чтобы завершить этот финальный поединок Московской Олимпиады в свою пользу в трех сетах. Да? Капитан команды. Сейчас его сын вступает в Италию. Итальянец по происхождению. Взять болгарским футболистам еще одно очко. 15-е. Теперь идет до разницы в 2. Борьба будет продолжаться до разницы традиционных 2 очка в волейболе. Городскую команду можно сказать, что дважды болгары были третьими, занимали третьи места на чемпионатах мира. Вот на самом первом, в 49-м году, и затем 3 года спустя, в 52-м. А лучший результат это был второе место в 70-м году. Они 8 очков набрали, заняли первое место. Болгары остались на втором месте. И интересно, что на предварительном этапе играли в одной подгруппе. Две этих сборных, финалисты Олимпийского московского турнира по 7 очков. Куба третье место заняла, Чехословакия четвертое. И на пятом остались итальянцы. Таким образом, в полуфинал от группы А явного аутсайдера ливийцы, не выиграв ни одного сета за предварительный турнир. Ну а дальше в полуфинал московского олимпийского мужского турнира произвели. В своем полуфинале переиграв так чисто в трех сетах Златанов, Тодоров. То есть они сами не проигрывали, их нужно было обыграть. Естественно, Владимир Возводящий не участвует в первенстве. Ну, если участвует, посмотрите. Был прием на уровне, то есть практически доводка была 75-80%. Куда подевались связующие на сегодняшний день? Кто ответит на этот вопрос? Далее, мы говорим, усилилась подача. Да, подача усилилась. Но в то время нельзя было принимать сверху. И почему не принимается мяч, так сказать, с большим процентом доводки, непонятно. То есть вот у меня такой вопрос. С теми годами, тем не менее, она выросла как в мужском, так и в женском волейболе примерно одинаково. А я согласен. Как в 82-м году в чемпионате мира я участвовал. Будем смотреть на то, сколько делает ошибок вообще вот эта команда, которая играет слева на сегодняшний день. Вот мы просто понаблюдаем за ними и посмотрим, сколько ошибок. На приеме, на передаче, в нападении и так далее. И смотрим. Прыв.
Ну а вот к разговору о харизматических лидерах, о командном духе, если так посмотреть, вы были, конечно, более посвящены в атмосфере. И то есть тогда, вот в период времени, когда он пришел в 77-м году... И... Как сейчас изящно, извиняюсь, пальчик Марин сыграл, да? И как раз меня пригласили тоже в 77-м году. Это изобиловало, кстати, эта игра финальная, мы с вами видим. Многочисленными... Вот сейчас будет как раз тот самый момент, про который я вспоминал, и видите, вовремя. Сейчас столкнулись два наших игрока, пытаясь перевести сложный мяч на сторону соперника. Игра продолжается. Я сказал, что изобиловала на самом деле финальная игра. У нас тут кандидаты затяжные розыгрыши, да, обычно свойственные даже. Женский у нас вроде эксперта Владимир Петрович. Да, сложно согласиться. То есть как оно не было скоростной, если сейчас происходило столько разыгрывало столько комбинаций. Сейчас мы не встречаем. Смотрите, она здесь, пожалуйста, присутствует. Вот я говорил о планирующих подачах, которые обрываются. То есть чуть ошибка небольшая, уже свисток. То есть неточная, так сказать, с небольшой огрешностью прием, уже все свисток. Да, я обратился к судье, да, чем грубо нарушил. Правило волейбольное, нельзя, конечно, этого делать. Как-то даже не совсем профессионально, по-любительски выглядело. И в результате остается поначалу соперника. Да, Олег Малибов, мне кажется, это такой стержневой игрок этого коллектива, на которого можно было положиться и направить передачу в самый критический момент, в самый тяжелый доигровочный мяч, скажем, процент, если смотрел до этого финал Москвы женский ответ, там в самом конце судья свистнул в ответ. Сейчас вот все проходит практически болгарская команда. Вот Златанов. Да. Ну и как знать, на тот-то момент, это мы с вами спустя 30 лет как раз знаем, что делать. Да, хорошо знать, да, окончание этого матча. Еще. А тут уже, да, болгарская команда столько отыграла и продолжает играть на кураже. Вот. Ну, какой скандирование. Также что-то не дождутся, когда же закончится эта игра, финальная победа, потому что все уже сделали наши ребята для ее достижения. Казующий рискнул сейчас. Отведенная передача была прием отведенной от сетки. Да, тянуло лидера Златанова. Да. И в итоге и все очень довольны. Болгары так достались в накладе.